Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале, и мы продолжаем с вами тушить пожары. И в самом начале серии у меня есть для вас новость. У нас появился новый пожарный, Петрович у нас ушел на пенсию, и появился у нас новобранец, так сказать, зовут его Максим. Я решил устроить ему, скажем так, проверку на вшивость, как говорят, да. И у нас есть неплохое задание для данной проверки, называется «На вершину холма». И я думаю, что вот на данном задании мы как раз-таки нашего новобранца и испытаем. Давайте смотреть, что у нас там по машинам есть. Поздороваемся, Максим, привет. Привет, привет. У нас появились новые машины, но, к сожалению, вот я хотел посмотреть Тирекса, но он недоступен в данном задании. Но мы обязательно данный автомобиль посмотрим в следующем задании. Давайте выберем, что доступно. Ну, у нас тоже, это опять же, тоже новые автомобили, которые мы с вами не видели. Ну и, собственно, все, поехали. Ну что, поехали. Ехать нам 7, почти 8 километров. Это просто пипец, как далеко. Но делать нечего. Вот такая вот, кстати, у нас новая машинка. Там какая-то то ли мини-лестница, что-то такое непонятное. Ладно, приедем на место, разберемся, что там да как. Все, погнали. Все приготовятся, 700 метров. Что-то совсем непонятно, что там горит. Ага. Сейчас узнаем. Диспетчер, наряд номер 1, мы почти на месте. Все наряды, это диспетчер, наряд 1 на месте, берет команду на себя, продолжайте бороться с огнем. Так, а где нам тачку-то поставить? А, вот. Мы сейчас в лес пойдем тушить. Короче, я не знаю, давай, наверное, огнетушители возьмем для начала. Давай попробуем. Так, сейчас посмотрим заставочку, что там вообще. Что там горит, чтобы понимать. Палатка какая-то. Ну да, да, огнетушители хватит, я думаю. Берем огнетушители, погнали. Найти надо еще в этой машине. Вот он. Ага. Берем. А куда пацаны побежали? Один пошел туда, один обратно. Бежим. Он идет, не торопится. А, он тоже за огнетушителем, смотри, пошел. Нет, а этот-то идет он. А, этот осмотр делает. Видишь, у него типа значок такой 360 градусов. Визуальный осмотр, наверное, делает. Ну, ты видишь, хороший новобранец, видишь. Ты уже первый прям. Я в бой. Ну да. Сейчас мы быстренько это потушим. И ради этого стоило пожарных вызывать? Вообще изи. Ага. Просто изи. А вон этот первый пока прибежал, только прибежал, мы уже потушили. Вот такие молодцы. Ну что, я считаю, что наш новобранец по-любому достоин носить гордое звание пожарного. Поэтому переходим к более сложным заданиям. Давайте подберем что-нибудь уже посерьезнее. Что у нас здесь есть? Есть трубный хаос. Это у нас, получается, сюжетное задание. Есть какое-то левенькое. Мусорный бак у нас горит. Не, ну, мы уже проверили Максим. Максим у нас хороший пожарный, поэтому давайте выбирать что-нибудь посерьезнее. Есть еще у нас левенькое задание. Огненная реставрация в центре. Тоже 250 опыта дают. И офисное выгорание. Дают целую 1000 опыта, но это не сюжетное, это обычное задание. Давайте все-таки посмотрим офисное выгорание. Мне почему-то вот прикольно там, мне кажется, будет. Там многоэтажное здание. Смотрим, что у нас из автомобилей. Вот, у нас доступен наконец-таки Тирекс. Давайте посмотрим его. Вау. А, это вот эта машина с люлькой. Блин, класс. Соответственно, надо будет как-то ее задействовать, наверное. Интересненько, погнали. Даже подмога с нами едет. Мы как раз-таки на машине вот этой, которая мне понравилась. С люлькой. А где люлька, подожди. Что-то я не вижу. А, вон она, все понял. Все, полетели. Диспетчер говорит, наряд 1, мы едем на место. Наряд 1, это диспетчер, вас понял. Наряд 1 в пути. Ехать нам, в принципе, немного. 1200. Я думаю, что мы быстренько доберемся. Наряд 1, говорит диспетчер. Пожар распространяется на несколько комнат в здании. Статус эвакуации дома неизвестен. Диспетчер говорит, наряд 1, вас понял. Да, короче, многоэтажное здание, несколько комнат. Ну, короче, блин, пипец. Ну, там уже он, видать, ё-моё. А чё он куда-то не туда поехал?
Давай. А прикинь, сейчас тебе надо будет в эту люльку сесть, а мне краном управлять. Ну, сейчас разберемся. Все только доедем. Интересно, а в этой телеге можно вдвоем тушить? Вряд ли. Ряд один говорит: диспетчер, припаркуйтесь перед зданием. Так, блин, что так пролагивает, а? Возможно, там с крыши может кого... Блин, пожарные эти вообще не это. Дайте проехать. Смотри, он уперся. Дай проехать. О, спасибо. Так, подъезжаем. Так. Найти распределительный щиток надо, Макс. Сейчас я этим займусь. Отключить это электричество. И там, по-моему, что-то прям крыша как-то полыхала. Мне показалось. Все, давай. Так, это уже интересно. Вот эти здания, многоэтажки, это уже круто. Так, я пошел в щиток. Да, давай, начинаем. Поехали. Давай самотопор тоже возьмем, сделаем пока разведочку. А, у нас Оль, на первом этаже горит. Обратной тяги нету? Сломай вот эту дверь. Сейчас я, подожди, скажу, чтобы они брали шланги тоже. Вау! Лучше мы ее не ломали. Тут просто искрит откуда-то, ё-моё. Надо наверх как-то идти. Что у нас еще есть? А, электричество, потушить все очаги. Я за топором. Так, а вот я нашел распределительный щит. Отключаю электроэнергию. Все, давай я тогда беру шланг. Найти, эвакуировать. У нас есть пострадавший, значит. Ребята, ничего, стоим, тушим. Тут уже так распространяется. Жесть просто. Сейчас я сломаю до конца. Где тут шланги? О, я в люльку сесть могу. А нет, не могу. Все, сломал. Ну и выдвинуть, убрать. Посмотри, а чувак один пошел наверх вообще. Он чувака, походу, нашел этот первый. Ё-моё. Куда он прямо в полами? Я так понимаю, что надо это, брать мне. Здесь открыто. Вот, я нашел выжившего. Сейчас я его вынесу. Я вас спасу, мэм. Они отказываются тушить. Слушай, а у нас это подключено? Вода подключена? А сейчас я проверю. Вода. Желтый шланг подключен? Желтый нет. Ну, зашибись. Мы тушим. Сейчас я найду его сначала. А где скорая вообще, не пойму? Огнетушители. Да тут вообще желтого шланга нет. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. А вот питающий шланг пошел я. Блин, это надо было первым делом сделать. Так, где тут, куда его подключить? Я смотрю, что пацаны не тушат. Идет вода? Да я тоже уже подключу. Так, ну что, надо помогать им. Помогать надо. Так, мне шланг надо найти. Ну вот здесь. А, здесь нет уже. Я уже нашел. Все, я пошел помогать. Шланг. Давай, наверное, с первого этажа начнем. Да, давай. Бот прямо в этом стоит. Прям в огне. Вау. Все, бегу я.
Уже сейчас потушим. Не забудьте, что внутри есть пострадавший. В смысле? Так а что, еще где-то кто-то есть? Пожар потушен. Ну все, погнали наверх. А, вну... а, да, смотри, вон на первом этаже вроде кто-то есть, кто-то там. Надо что? Что, там тоже горит? Ага, второй этаж горит. Тогда я тогда с тобой, а это пускай идет к кому наверх. Нифига себе тут. Да. Сразу видно, что тысячу опыта дают, а не 200. Немножко подгорела задница. Нам зайти-то дадут, нет? Не знаю. Мы сейчас помрем здесь, ё-моё, пожарники. О! Нормально. Теперь можно быть. Да. Сзади надо еще потушить. Вот. Пошло дело. Давай, я комнату эту буду, а ты там добивай. Ага. Что это такое? Это ванна, что ли, или что? Ну да, туалет какой-то. Это лампочки лопаются когда? По-моему, походу, да. Все, я потушил здесь. Иду к тебе. Да, серьезненько, серьезненько. Не забудьте, что пострадавший. Блин, надо было кого-то из этих ребят отправить. Вынести этого пострадавшего. Осталась крыша. Все, здесь все, да? Угу. Иди к ним, я тогда пойду этого пострадавшего занесу. Ага. Сэр, я вас спасу. Так, топор надо. Зачем тебе топор? Ну, тут дверь надо сломать. Третий этаж горит еще. А, вон я вижу, блин, отсюда. Все. Всех мы спасли? Ну, найти, эвакуировать, тут написано. Походу нет. Колонии. Еще где-то кто-то есть. Я так понимаю, это второй этаж будет. На третьем я никого не вижу. Блин, а мне нету. Нечем взломать дверь. Вот, инструмент для взлома. Он намного быстрее взламывает. Все, тут потушено. Все, я нашел еще одного. Подожди, не бери второго, я ему скажу, чтобы он вынес этого пострадавшего. Пожар потушен. А, все, да? Хорошо. Но я слышу, что горит. Значит, где-то что-то. Вот я поднимаюсь на крышу. Так, крыша, крыша чиста. Это все, походу, двери взламывать. Вроде нормально все. Я нашел. На первом этаже. Тут обратная, ага, тяга. Иду. Аккуратно, сразу говорю. Так, мне теперь тебя найти надо где-то. Ага. На первом этаже. Сейчас я спущусь. Обратная тяга, сразу говорю, аккуратно. Так. Напротив двери не стоять. Открываю. Ага.
А, она взломать надо. Подожди. Бабах. Тушим. Ребятки. Я буду контролировать. Да вы справитесь втроем, ё-моё. Вау, тут нормально горит так. Компьютеры. Смотри, все погорело. Жесть. Это было жесть, конечно. Они как-то странно. Давай-ка, дай-ка я потушу. А то ты будешь полжизни тушить. Тут еще и наверху. Все, готово. Ну да, да. 1000 опыта данное задание достойно. Я вам так скажу. Мне очень понравилось задание. Реально прикольно. Такое... Класс. Итак, друзья, продолжаем. Следующее задание мы возьмем с вами сюжетное. Трубный хаос. Что из машин будем брать? Тирекса? Ну, понравилась тебе эта люлька? Ну, прикольно, кстати, вот эта люлька. Берем Тирекс. Погнали. Ну что, полетели? Давай. Ой, 392 ехать. Ну да, далековато. В ресторане. Было неплохое меню. Диспетчер, где наряд 1? Мы едем на место. Наряд 1, диспетчер, вас понял. Наряд 1 в пути. Ну все, погнали. Как мы помним, первым делом, что мы проверяем? Подачу воды на машину. Всем понятно? Так, точно. Сэр. Где там? Чё? Кто? Что у нас там? Диспетчер, кстати, сообщил о том... Так, внимание, народ, крыша вокруг. Сейчас рухнет. Крыша рухнет. Вот сейчас люльку надо. Да, сейчас люльку надо будет. Я сейчас крановщиком буду. Так, распределительный щиток надо найти будет. Пускай он может осмотр сделает по-быстрому, чтобы нам понимать, где тут кто чего. Давай. Да, горит хорошо. И вот здесь люлька нужна будет. Так ты можешь сразу занимайся этим, крышей. Разворачивай и занимайся крышей. Все, давай. Ну, я так понимаю, что никто ничего не делает, не подает. Они какие-то ленивые стали, лентяи. Чего найти это, чего? О. Сейчас я найду сначала тут желтый шланг. Он вот здесь вот был, по-моему. Так, давай тогда... Вот, ты... питающий. Я сейчас сам подключу, короче. Да, давай, я пока подключусь к машине. Сяду в рынку. Да, блин. Дайте мне подключить. Да отвалить его, ну. Все, питающий я подключу. Отлично. Надо осмотр сделать. Давай тогда сейчас сяду в люльку. Ты на место крановщика подведешь меня туда. Кто там, что там, что там, где там? Так, топор. Не хочу топор брать. А есть у нас... Пила, блин. Ну, пила нам тоже, наверное, нет. Вот, инструмент для взлома. Так. Погнали. Так, ну я в люльке. А как мне с нее тушить-то надо будет? А, там переключение на С. Ага, все, понял. Так. Все, мы входим. Ух ты. Тут где-то что-то искрит. Надо щиток отключить, слышишь?
Так, давай-ка второй, первый сюда. О, прикольно, бильярдный стол. Я нашел выжившего. Выношу. Блин, где распределительный щит этот? Может быть. Командир, у нас тут ток заново выжигает пожар. Нужно найти распределительный щит. Блин, сейчас будем искать. Ой, я пошел. Охрена первый тут стоит. Иди сюда. Ну, может, не сюда как-то, я не знаю. Блин, у нас тут проблемы, слышишь? А где распределить? А, он, наверное, на улице. Ну-ка, сейчас отбегу. Вот, смотри, как прикольно. Не, не на улице. Так, я нашел, все, отлично. Отлично. Так, давай-ка, наверное, первый сюда. А тот будет с той стороны. Как у тебя с крыши там дела? Почти потушил. Красавчик. Так, а я тогда буду помогать нашим ребяткам. Там диспетчер предупреждал, что может обвалиться крыша, так что не забываем об этом. Давай, давай. Проходим дальше. Блин, внутри тут, конечно, жестко. Гостиная получается. Полностью выгорела нахрен. Так, аккуратно, крыша, 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 крыша. Мне бы лестницу поближе пододвинуть. Блин, тут нормально, тут, знаешь, такие угли прям аж такие красные. Тут температура, наверное, просто жесть. Блин, надо как-то... А где второй? Надо второго сюда. Опять крыша. Крыша, аккуратно, аккуратно. Пипец, тут полдома разрушилось. Макс, давай-ка ты слазь, наверное, с люльки. Нам надо помощь. Да, давай. Иду. А чего первый ничего не тушит? А? Я не понял. Давай-ка сюда тоже. Слушай, у нас какая-то проблема. У нас... там, походу, масло. Стой. Свободный шланг есть? Что? Свободный шланг. Свободный? Вижу. Блин. Где-то был. Надо огнетушитель, там масло, походу, горит. Где огнетушители? Сейчас, все, бегу, бегу. Опять первый стоит, ничего не делает. Что за фигня? Че, я ему скажу, чтобы он за мной шел. Как тут обвалилось, а? Нормуль? Ага. Серьезное задание. Ну да, неплохое.
А что тут за масло горело, я так и не понял. И откуда оно здесь взялось? Ну, тут типа какой-то склад, чулан. Ау. Все, закончился огнетушитель. Ну что, ты продолжай, продолжай. Не ходи за мной, иди сюда, иди туда. Yes, sir. Да... I'm with you, boss. Lead the way. Какой ты дурачок, а? Иди возьми пожарный шланг. Принеси лучше. А мне что-то воды нету. Чё за фигня? Закончилось. И не работает. Может он пожарный шланг этот подключил, бляха, не, ну, к другой машине, которой нет питания? Нет. А, не все может делать. Ну у меня реально, я говорю, что нету подачи воды. Я нажимаю, и оно, ничего это не происходит. Йоу. О, пошла вода, все, отлично. Что-то баг какой-то был. Первый опять тупит. Надо вот эту комнатушку сраную потушить. Вот я и пытаюсь туда залезть. Ну опять сгорание. Все, потушил я. Блин, он нормально так пошел. А чё, ещё что-то он отвалилось. Ага. Это где распределительный щит был. Все, отлично. Все, погнали тут теперь. Во! Пошла работа. Дело пошло. Где-то еще. Ну и там, собственно. Здесь осталось. Первый у нас, короче, ну... не участвует. Ни в чем. Не смотрит. Надо как-то туда, блин. Вау, что-то отвалилось. Стекло разбил. Здесь. Ну, все, вроде почти, да? Нормально, дырка такая в доме. Где-то что-то горит еще. Наверху где-то. Это, походу, крыша горит. Отсюда. Отсюда не тушится. Надо на улицу выходить. Так, где тут выход? Первый, ты будешь уволен. С завтрашнего дня ты не работаешь. Все. Прикольненькое задание. Мне очень понравилось. Вот вообще класс. Вот особенно с обрушениями с этими, когда ты не ожидаешь, что упадет что-то. Супер. И на этом все, дорогие друзья. Я на этом буду заканчивать. Говорю спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся в следующей серии. Всем пока.